30 коробок с гуманитарной помощью при поддержке общественной палаты отправлены 8 августа на юго-восток Украины. Бутылочки для кормления, соски, подгузники и каши для детей разных возрастов закупила одна московская организация. Она нашла объявление о том, что проводится сбор помощи на сайте Общественной палаты Российской Федерации. Также дополнительные контакты на сайте нашей организации. Прочтя об этом, она с нами связалась и попросили предоставить информацию, чем конкретно они могут помочь и быть полезными жителями юго-востока Украины. Мы предоставили им список вещей. В первую очередь они обратили внимание, конечно же, это на предметы для детей. Они очень надеются, что данный груз, данная помощь, которую они могут оказать, хоть и в минимальной помощи, но все-таки она хоть чуть-чуть поможет детям, которые сейчас находятся в очень тяжелейшем положении на юго-востоке Украины. Сбор гуманитарной помощи при поддержке общественной палаты продолжается.